все говорят, не думай о плохом. В предвкушении? Да. Мальчик или девочка? Не знаем. Но иногда плохое – это все, о чем стоит думать. В этой больнице моя жена, она вот-вот родит. Трогай. У меня семейные обстоятельства. Теперь я твои семейные обстоятельства. Если вам что-то нужно, я все отдам. Берите. Женушка? Дэвид, ты где? Вы счастливы? У вас несчастливый брак? Не впутывайте мою семью. Как грубо. Ты меня перебил. Не надо. Знаешь, что сегодня явно лишнее? Стресс. Будь хорошим мальчиком. Не превышай скорость. И куда вы? Ты меня не расслышал. Я пристрелю тебя. И этого копа. Я ведь сказал не превышать. Пора сыграть в игру. Говори только правду. Если соврешь, я убью мистера дальнобоя и официантку. Готов? Тик-тик-тик. Я не тот, за кого вы меня приняли. Да ладно! Вы меня с кем-то путаете! Я не говорил, за кого тебя принял. Так откуда тебе знать, путаю я тебя с кем-то или нет? Тик-тик-тик-тик-тик. Жопу на стол! Будет здорово. Я сегодня не умру. Я весь разоделся. Я планировал быть на 100% в сексе, а ты все испортил, и осталось только 50. Знаешь выражение? Чем кровавее смерть, тем выше место в раю. Но лучше править в аду. Согласен? Сними трубку, Джеймс! Ты чего, меня игноришь? Ты чего, доктор Росс, мой психиатр?